Поселок Лумивара находится в республике Карелия, в Северном Приволжье, в 167 километрах севернее Санкт-Петербурга. В переводе с финского его название означает «Снежная гора». Добраться до него можно с финляндского вокзала на электричке до Кузнечного. Потом нужно пересесть на поезд до Сортавалы. Будьте внимательны, он ходит не каждый день. С поезда нужно сойти на станции Ихова и пройти 10 километров пешком до Кирхи. Либо также можно доехать на автобусе Санкт-Петербург-Сортавала. Лумивара до 1917 года входила в состав Выборгской губернии, которая относилась к Великому княжеству Финляндии. Но до 1945 года она называлась Кумова. В 1923 году в Кумале выделилась сельская община Лумивара с составом порядка 6 тысяч человек. Создание общины послужило основой для рождения храма, который стал центром прихода. Строительство храма началось в 1935 году на горе Роккопата. По проекту финского архитектора Илмари Лауниса была построена кирпичная лютеранская кирха. Над входом в церковь сооружена красивая колокольня, с которой открываются замечательные виды на окрестности. На колокольне в современное время было установлено два колокола, сейчас сохранился один. Также на колокольне сохранились замечательные деревянные жалюзи, которые можно открыть, а внутри храма можно посмотреть красивые росписи. Получается, что кирха принимала прихожан всего 9 лет, до 1944 года, когда последнее население ушло вместе с отступавшей финской армией. Об этих событиях напоминает финское военное кладбище, которое расположено рядом с кирхой. После войны храм пришел в запустение и постепенно разрушался, пока в 1990-х годах не началось его восстановление обществом Лумивара, состоящим из бывших местных жителей. Для посещения кирхи вам не требуется специального снаряжения, одежда обычная, туристическая. И мне остается только пожелать вам приятного путешествия.